Популярность Евросоюза достигла рекордного уровня. Поддержка Евросоюза в странах, которые входят в состав ЕС, сейчас велика так, как не была на протяжении 35 лет. Более двух третей жителей Европейского Союза считают, что их страны выигрывают от членства в ЕС. Таковы обнародованные в среду, 23 мая, в Брюсселе итоги опроса «Европа-барометр», который ежегодно проводится по заказу Европарламента. Это наивысший уровень внутренней поддержки ЕС с 1983 года. Еще в 2010 году лишь 53% опрошенных считали, что их страны выигрывают от членства в ЕС. В то же время 48% респондентов считают, что их голос влияет на решения, принимаемые в Евросоюзе. Между тем, если в Германии свой голос считают влиятельным 72% опрошенных, то в Италии только 30%. Это даже меньше, чем в выходящей из состава ЕС Великобритании. Там 35% респондентов считают, что их голос важен для Евросоюза. Симпатии к Евросоюзу и вера в важность собственного голоса внутри организации стали расти во второй половине 2016 года. Именно Brexit стал тревожным звонком для жителей Евросоюза и заставил их сплотиться вокруг общих целей, говорится в опросе. Согласно другому опросу, проведенному фондом имени Бертельсмана и Варшавским институтом публичной политики, ИСП, в шести странах ЕС, Германии, Австрии, а также государствах Вышеградской группы, Венгрии, Словакии, Польши и Чехии, подавляющее большинство молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, убежденные сторонники европейской интеграции. В среднем 77% считают, что членство в ЕС – это хорошо. Ни в одной из этих стран доля скептиков не превышает 30%, Словакия, а в Германии она составляет всего 13%. При этом, однако, только незначительное меньшинство опрошенных, в среднем 17%, полностью удовлетворено состоянием дел в ЕС и не видит необходимости что-либо менять, проводить реформы. Ранее сообщалось, что рекордное количество британцев получили гражданство Германии. Источник. Русская служба DW. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.